Всем здорово, с вами Полимастер и добро пожаловать уже во вторую часть рубрики под названием Design Your Own Trashy Contest, в которой я рассказываю о победителях конкурса, который проводила компания Mustoys. Вступительный ролик со всей известной информацией об этом мероприятии вы можете посмотреть по ссылке в описании, а сейчас же я поведаю вам о еще одном победителе. Поехали! Этот трэш-монстрик называется Барфи Бин, и он занял 3-е место среди Америки в 2013 году. Дизайн к этой фигурке придумал Якоб Исхервуд, а затем у него эту фигурку выкупил коллекционер под ником Ninja Whip. Хранится этот трэшик вот в таком прочном кейсе, который, к большому сожалению, нельзя открыть, чтобы достать фигурку. Изначальный дизайн фигурки выглядит вот так, а вот официальный арт от компании Mustoys, нарисованный уже после выбора 3 победителей. Сама же фигурка выглядит потрясно. На ней есть множество интересных деталей, которые можно долго разглядывать, а глянцевая расцветка делает его еще круче. На этом информативная часть этого ролика закончилась. И теперь я покажу вам свою самодельную фигурку этого персонажа. Вот так, собственно, выглядит мой кастом. Он сделан из глины, поэтому вот такой твердый. И вот так он выглядит в сравнении с бачком и официальной фигуркой трэш-монстрика. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилась эта рубрика и вы бы хотели продолжения, отпишите в комментарии. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока.